Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусный салат с красно-кочанной капусты с пикантной кисло-сладкой заправкой. Салат получается необыкновенно вкусный. И на праздничном столе достойно может заменить любой майонезный салат. Попробуйте! Для такого салата потребуется небольшое количество продуктов. Это, конечно же, сама краснокочанная капуста, которая является очень-очень полезной. Свежий огурчик для свежести и летнего настроения. Перчик можно взять болгарский, можно взять вот такой рамира, обязательно красный сладкий. Немного красной салатной сладкой луковички. И, конечно же, пикантная сладкая кукуруза. Небольшой вилочек капусты разрезаю напополам и шинкую ее. Чем тоньше, тем лучше. Посмотрите, как тоненько надо нашинковать капусту. Какая она красивая, прям какая-то инопланетная. Добавляю сюда небольшую баночку кукурузы. Добавляю лук и красный сладкий перец. Сюда же отправляю свежий огурчик. Предварительно я его чищу. Зелени в этот салат я тоже не жалею. Она придаст красочности и аромат нашему салату. По вкусу салат подсаливаем. Делаем вкусную пикантную кисло-сладкую заправку. Беру 3 столовые ложки масла, можно взять оливкового. Добавляю половинку чайной ложки горчицы. Черный молотый перчик. Пару чайных ложек сиропа топинамбура. Можно заменить медом. Все хорошо перемешиваю и добавляю половинку сока лимона. Свеженький лимон прям выжимаем сюда. Заправку обязательно хорошо перемешайте и попробуйте на вкус. Она должна быть кисло-сладкая. Заправку вот так вот хорошо перемешали до однородной массы. Попробуйте обязательно, если вам не хватает сладости, добавьте. Если не хватает кислинки, тоже добавьте. И заправляем салатик. Вкусы, потому что могут быть у всех разные. Кто-то любит покислее, кто-то любит послаще. Салат хорошо перемешиваем. Даем салату настояться, хорошо пропитаться и подаем на стол. Получается необыкновенный свежий салат с кисло-сладкой заправкой. Попробуйте. Еще он получается очень яркий, красочный и праздничный. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал. Вкуснятина! Нажимайте на колокольчик. И не пропускайте простые доступные рецепты. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.